Отправляйте бесплатные неограниченные сообщения, изображения и видео по всему миру. Скачайте YouChat сегодня. Всем привет, с вами Сергей Чураков. И в данном видео я с вами поделюсь информацией про мессенджер YouChat от надежной корпорации Access Marketing. И обратите внимание, я зашел на главную страницу. Здесь представлены разные продукты корпорации, они даже не связаны друг с другом, потому что абсолютно разные направления. И одно из этих направлений — это вот эта иконочка YouChat, то есть это мессенджер, благодаря которому вы можете не только общаться, но и гораздо больше возможностей. И также возможность в ближайшее время должна быть по заработку. Итак, кликаем на эту иконочку, у вас откроется следующая страница. Если она открылась на английском языке, вот здесь есть язык, и меняете на русский. Значит, можно поизучать. Ну, поизучать по этим слайдам, конечно, не очень интересно. Скачать приложение бесплатно. Оно бесплатно устанавливается, пользоваться тоже бесплатно. То есть можно установить на Google Play, на App Store и на... И также через свой собственный установщик AppMart. Итак, я беру сейчас вот этот смартфон, включаю. И, как вы видите, включился вот смартфон. И в данный момент я прямо при вас его установлю. Значит, открываю Play Market. Play Market. И набираю YouChat. То есть это как один из способов установить YouChat. YouChat. Поиск. adx.adx.net. То есть именно вот это. Это будет YouChat. Можно также пройти на сайт Google Play. Вот я, например, открою новые вкладки. И видите, вот так он выглядит, YouChat. Если у вас сделана синхронизация Google Play с аккаунтом от Google, то вы можете вот здесь кликнуть на «Установить» и установится в автоматическом режиме. Дальше. Через Google Play. Так. Клавиатура. Значит... Через микрофон я нажимаю на YouChat, и здесь вы видите описание, также читать там дальше. Вот что нового. Ну, конечно, по-английски часть информации. Так, вернусь назад. И сейчас я его установлю. Установить. Вот видите, еще от adx.net, от adx.net, здесь очень-очень-очень много приложений. Компания уже разработала. Ну, в основном это китайские приложения, потому что оттуда идут заказчики. Наши русские обращаются, ну, за другие деньги, поболее дороже на нашем российском рынке хотят платить, ну, пускай платят. А компания делает по нормальным ценам приложения, вполне доступно. Так, приложение YouChat установилось, и нажимаю кнопочку «Открыть». Так, «Начать». Значит, для того, чтобы пользоваться, вам нужно иметь ID участника и пароль. Если у вас нет ID участника, вам надо будет зарегистрироваться. Как зарегистрироваться? Вы можете зарегистрироваться прямо отсюда. Как вы видите, вот здесь внизу «Зарегистрируйтесь сейчас», кликаете так, «Сейчас». И
вам нужно будет ввести номер телефона, пароль, повторить пароль, ID реферала ввести и кнопочку «Зарегистрироваться». Значит, где взять ID реферала? Только у партнера действующего от компании Access. Дальше. После этого вы уже будете зарегистрированы. И, конечно, по вашему ID и паролю вы можете зайти в дальнейшем вот здесь залогиниться и воспользоваться, допустим, электронной почтой, там, игровым порталом, социальной сетью Access, друзья. Это то, что я вам сказал бесплатно. Ну, также еще другие инструменты есть, их много. Часть из них, конечно, идет за деньги, часть предоставляется как бонус. Так, дальше. Так как я уже зарегистрирован, возвращаюсь и ввожу свой ID. Так, и ввожу пароль. И нажимаю кнопочку «Логин». И давайте посмотрим, что находится в самом приложении YouChat. То есть, вот вправо я листаю, я уже устанавливал это приложение. Так, один друг мне тут хочет принять. Ну, я приму, нажму «Принять». Так, уже несколько друзей у меня есть. Дальше, вот здесь... Ну, здесь можно сменить эту фотографию. Там я ехал в электричке, сфоткался. Здесь можно поменять статус. Здесь ID участника, телефон, почта, моменты, мои стикеры, уведомления, звук, поделиться данными. Вот можно галочку здесь поставить «Поделиться данными». И, допустим, вы чего-то там сфотографировали, там, сняли видеоролик. И можете поделиться с другими сервисами. Так, включить рекламу. Вот здесь можно включить рекламу. И в ближайшее время... еще версия 3.0.2, да. Как сказали на занятиях, занятия проходят от компании каждый вторник. Значит, через 1-2 обновления у нас должна включиться монетизация. И за обычное пользование мы сможем, конечно, получать вознаграждение. Итак, давайте я сюда перейду, нажму плюсик. И как же можно пригласить сюда друзей? Можно по-разному. Вот видите, вверху реклама включилась. То, что включилось. Можно отправить приглашение по SMS или по email. Так, можно отправить... Так, вот это что такое? Это сканер QR-кода. То есть отсканируйте QR-код YouChat участника и добавьте его себе в контакты. То есть таким образом можно добавить друг дружку. Ну, одному к другому, как говорится, друзья. Так, вот это что? Это мобильные контакты. Ага. Значит, это обновить. Что это? Поиск. Это те люди, которые поставили YouChat уже, ну, имеющиеся контакты у вас на смартфоне. Так, дальше еще добавить. Еще поиск. Поиск. Здесь можно искать уже в самом мессенджере YouChat. Это по имени, по ID участника. То есть, допустим, вы вводите, если знаете ID участника, то есть 122, допустим, 924, и нажимаете «Поиск». Ну, это, естественно, я. Вы не можете сами себя добавить. Это понятно. Так, дальше. Дальше 9 контактов. Что, допустим, ну, чат. То есть здесь можно создать еще чат. Вот здесь кликаем вверху. Новая группа. Новая группа. Ну, допустим, как я назову эту группу? Тест. Пусть будет тест. Так, это картиночка. Что-то беру. Это мне сейчас картиночку предложит добавить. Ну, не знаю. Пусть будет вот эта картиночка. Первая попавшаяся. Ой. Что-то.
Сделать это все дело. Ладно, серединка. Вот, уже получилось. Дальше что? Здесь можно добавить участника, но, допустим, того, другого, галочки ставлю, так, ну, допустим, вот всех я добавил и нажимаю пригласить. Что дальше? Приглашение, я так понимаю, отправлю. Добавить, это если еще хочу добавить. Так, и нажимаем создать. Вот так, видите текст? Ну, например, все, привет. Тестирую. Тестирую новый чат и отправить. Ну, пусть будет так. Так, еще какая-то кнопочка. Здесь, значит, можно поделиться. Галерея, фото, видео, место, контакты. Так, контакты. Это кому отправить? Наверное. Видео. Это если я сниму видео и после отправлю прям в чат. Так, что еще с фото? Так, это сфоткать можно и отправить в чат. Дальше галерея. Что такое галерея? Это мои фотки уже добавляются. Ну, в принципе, нормально. Так, что еще здесь можно? Что еще здесь можно такого? Еще есть здесь стикеры и эмодзи. Стикеров, конечно, здесь тоже очень много. Так, это эмодзи, да? То есть вот такие эмодзи. Вот так, еще вот такие есть. Так, например, еще вот сюда нажму. Тут сколько много стикеров на любой вкус и цвет. Так, на машинку. Так, это были эмоции. Есть еще стикеры. Нажимаю магазин стикеров. И здесь огромное количество уже сделано стикеров. Так, допустим, вот сюда кликаем. Сейчас загрузится стикеры. Видите, какие они все движущиеся. Так, допустим, вот сюда, на следующий. То есть, вот сейчас был Хэллоуин, вот как раз для Хэллоуина тематика. То есть, очень много стикеров сделано было. Так, дальше Океан Лайф. Вот какие красивые стикеры.
Так, это Good Animals. Так, эмоджи. Вот, все они такие яркие, красочные, движущиеся. Так, следующее. Love Monster, любимые монстры. Так, загружается. Вот. Дальше Girl. То есть девочки. Такое чувство, что часть этих стикеров было сделано в Японии. Потому что одно из подразделений компании находится в Японии. Вот, покемоны как раз. Всеми любимые. Сейчас бум был как раз. Так, что еще? Манки, обезьянки. Хёрлс, сердце. Так. Фрукс, это vegetables. Так, бани. Заяц. Paperback Friends. Так, Bugs. Вот. Про насекомых. Видите, какие стикеры. Так, Ice. Ну, это наш аксессовский персонаж. Так, и Default. Ну, давайте что-нибудь я такое поставлю. Ну, допустим, вот покемонов поставлю. Покемонов какой-нибудь. Ну, не знаю, лошадку. Вот. Возможно, там какое-то название есть. А, надо нажать скачать. А, сейчас скачивается. Стикер download. А, ну, давайте еще каких-нибудь. Ну, вот этих вот айсов. Скачивается прямо отсюда. И там много еще было. И вот этот. Гавайи, да? Пусть Гавайи еще будет. Что, больше не дает скачиваться? Ну, ничего страшного, попробую воспользоваться. Значит, перехожу на тот чат, в котором я только что был. И вот у меня сделаны стикеры. Выбраны, да? А, ну, допустим, вот эту добавлю и отправить. Ага, то есть стикеры отправляются сразу, а ваше сообщение уже после того, как вы набрали. А, так, микрофон появился. Есть еще. Нажимаю здесь микрофон. И что здесь можно говорить? А, здесь можно, то есть вы говорите, и это сообщение записывается и передается потом уже в записанном виде в чат. То есть сейчас можно говорить, сколько там секунд, 20 секунд, и отправить. После того, как я отпускаю, сообщение улетает в чат. Можно теперь вот так нажать. Можно, то есть вы говорите, и это сообщение записывается и передается, а потом уже записано в виде, в чат. Угу. То есть понятно, да? Дальше, что здесь еще? Ну, допустим, вот это. И видите, как все красиво получается. Вот такие веселые стикеры. Так, здесь я уже говорю поделиться. Сообщение.
Текст. Попробую еще это добавить. А, вот, кстати, добавляются стикеры. Так. Ну, допустим, еще на секунду. А, надо сюда, значит, зайти. И, допустим. Это не скачивается. О, все, стикеры скачаны. То есть таким образом можно подгружать разных стикеров, допустим, бабочку отправить, там, гусеничку, допустим, с этими колобками. Вот. Хлопают ладошки. Видите, как все движется. Покемоны неинтересны вообще. То есть вот буквально за несколько там, секунд, можно сказать, потому что я больше рассказывал, я установил полностью, настроил U-чат, создал группу. Кстати, если, допустим, вы вот так отключите рекламу, вот так выключите рекламу, то у вас, конечно, вот здесь вверху, уже рекламы не будет. Так. Здесь на карандашик можно нажать, тут поменять имя, фамилию, можно поменять статус. Допустим, они предлагают даже хэштег, возьмем хэштег и что-нибудь напишу. Супер. Вот, статус уже поменял. Вверху справа сохранить. Кроме того, есть еще QR-код. То есть кликайте на QR-код, и вы можете, допустим, взять этот QR-код и распечатать на своей визиточке и передавать с помощью визитки ваши данные. И любой другой человек может скачать U-чат посредством наведения камеры на данный штрих-код, QR-код, и таким образом установить и U-чат, и сразу добавиться. Так, что еще есть? Моменты. Моменты – это новая фишка, которая сейчас должна уже заработать после обновления. И в дальнейшем, конечно, про моменты я уже расскажу побольше. Поэтому что это такое, я сейчас не готов объяснить. Так, мои стикеры. Это те стикеры, которые я только что установил. Их можно удалить отсюда. Так, а с правой стороны? А, магазин стикеров. То есть можно и добавить, и удалить. Удалить? Ну, допустим, я удалю вот этих покемонов. Нажму на... Тут что делается? А, вот. Удалить стикеры? Да, удалить. Видите? И удалил. А дальше уведомление, звук, удалить медиа, выход. Ну и все. А что еще я вам скажу? Вот, допустим, в фоновом режиме. Вот он висит, этот U-чат. Вот, кстати, иконочка этого U-чата. Я его сейчас возьму. Так, перетащу куда-нибудь вот сюда. Вот он висит в фоновом режиме. Включенный у вас смартфон. Если
ну, когда мне кто-то, допустим, присылает какое-то сообщение, то сразу вверху происходит оповещение. То есть точно так же, как вы, допустим, пользуетесь другим мессенджером, типа Телеграма, там, WhatsApp и так далее. Работает все идентично другим мессенджерам. Ну, собственно говоря, я рассказал очень подробно такой обзор. Так что ставьте мессенджеры и чат. Давайте вместе общаться. Добавляться, естественно, самое оптимальное по ID-номерам. Добавляйте их друг к другу. И потихонечку начинаем переходить на новые технологии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Пиши комментарии под видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока.